Привет-привет! С вами Лилия Донскова. И сегодня мы будем тестировать новиночку. Это объемная тушь для ресниц. Код у нее 33216. Мы ее вскрываем. Очень здорово, что она запечатана. И первое, на что мы всегда обращаем внимание, это на кисточку. Кисточка у нее очень пушистенькая. Смотрите, какие мягкие ворсиночки. Ну, пробуем. Ресницы у меня свои, как вы видите, не ахти какие, поэтому посмотрим, как эта тушь сделает нам объем. Всегда наносим тушь такими движениями, то есть от корня вверх и чуть-чуть зигзагообразно вытягиваем. Так. Делаем второй глаз. Надеюсь, вам хорошо видно, как появляются реснички. Так, набираем еще туши. Первому слою даем подсохнуть. Надо было один накрасить, а второй не трогать, да? Так, делаем второй слой. По-моему, все хорошо. Разделяет прекрасно. Тушь видно. Вот видите, сравните первый слой и второй. Ну, это близко очень. Наберем еще немножечко. Я сейчас буду только с одним глазом работать, а второй мы будем только сравнивать. И делаем третий слой. Вы, кстати, можете делать их столько, сколько вы хотите. Какой эффект вы хотите достичь? Ну вот, три слоя. Классно? Мне очень понравилось. Сразу реснички выделились. И что я вам хочу еще показать. Смотрите, у нас также вышла новинка. Это дополнительная щеточка, такая дизайнерская, с очень ярким колпачком. И она в отдельном футлярчике идет. Специальная сменная щетка. То есть вы ее вынимаете, вставляете, то есть эту вынимаем. И меняем их местами. То есть эту сюда, эту в наш пустой футлярчик. И у вас будет тушь с таким красивым ярким колпачком. И с очень оригинальной щеточкой. Обратите внимание, как она классно изогнута. И у нее на кончике есть такие вот классные щетинки, которые помогут расправить реснички в самом уголочке, в самых потаенных местах. Тушь ставим 5 за тушь. Мне очень понравилось. Всем рекомендую. До встречи. Пока-пока.